Это, пожалуй, самая лучшая замена мяса у веганов. Чечевица зеленая. Лучше всего есть она рыженькая, а вот зелененькая. Самая лучшая. Ее замачиваем на ночь в воде. Она быстро так проклевываться начинает, оживает. Если она сутки в воде побудет, то на нее появятся прямо росточки. Ее даже горячей водой заливают. Она вообще тогда сразу прорастает у нее. Ну, как бы агония, так сказать, начинается, оживает. Ну вот они проклюнулись, ожили, проснулись. Эти бобики. И сейчас их надо варить минут 40, чтобы они мягкие такие стали, приятные. Можно варить на бульоне, тогда вообще вкуснятина будет. С чесночком, со специями, с аджичкой там, хоть с чем. Со сметаной, ну, со всеми специями, мясо мясом.